На рассмотрение депутатов было вынесено три вопроса о проекте закона о внесении изменений в закон Республики Южная Осетия о государственном бюджете на 2019 год, а также о выражении недоверия члену правительства, министру внутренних дел Игорю Наневу и о выражении недоверия члену правительства Республики Южная Осетия министру юстиции Залине Лалиевой. Перед депутатами выступила министр финансов Азахабалова, которая ознакомила присутствующих с основными параметрами бюджета, а также изменений, которые вносятся в проект закона о внесении изменений о государственном бюджете на 2019 год. Депутаты единогласно поддержали вынесение проекта закона на сессию парламента. Касаемо последних двух вопросов, председатель парламента Алан Татаев подчеркнул, что при вынесении депутатами вотума недоверия был нарушен регламент парламента. Мы законодательный орган, и если мы сегодня говорим о каком-то беззаконии и о каких-то неправомерных поступках людей, которым мы выносим вот данные вотумы недоверия, мы это должны сделать как законодатели в русле закона. В русле закона, как это требует Конституция Республики Южная Осетия, как это требует регламент работы парламента Республики Южная Осетия, и соблюсти все те нормы, которые от нас требует регламент. По этому регламенту вот эти заявления от имени инициативной группы, они незаконны на сегодняшний день. Если нам говорят, что президиум не надо выносить этот вопрос, в этом регламенте мы этого нигде не найдем. Это раз. Президиум формирует повестку дня сессии парламента, и президиум должен обсудить этот вопрос и проголосовать за вынесение этого вопроса на сессию парламента. Как мы можем, как депутатский корпус, по одному инциденту выразить недоверие министру, не заслушав его доклад об итогах работы за год? Недоверие выносится правительству или отдельному министру, заслушав его доклад о проделанной работе. Это обязательное условие. В свою очередь, депутаты парламента Зита Бисаева и Давид Санакоев акцентировали свое внимание на том, что решение этого вопроса исключительно прерогатива сессии парламента, а не президиума. Министр по закону не отчитывается перед парламентом, и данная норма не действует в отношении министра. Хочу сказать, что Конституция, статья 68, предусматривает возможность вынесения вотума недоверия как в отношении правительства в целом, так и в отношении его членов. Правильно? 48 статья регламента парламента определяет, что в неочередном рассмотрении является вопрос пункт G, это вотум недоверия. В неочередную сессию вы обязаны созвать на основании уже 16 главы, в которой говорится, что инициатива о вотуме недоверия выносится на основании инициативы 1/3 депутатов. Нарушены сроки. Да, сроки нарушать нельзя, потому что это тоже норма, которая сегодня прописана в регламенте. Второй вопрос, там четко говорится в регламенте, при каких случаях и кто может выносить этот вопрос на парламент. Да, парламент может принимать решение, весь парламент, только на сессии. Не президиум, который носит чисто технический характер заседания в данном случае. Не комитеты и комиссии, а только парламент. Поэтому вот все статьи, которые прописаны, и 123, и 48, и 61 Конституции, если их все собрать и суммировать, то говорится о том, что этот вопрос должен быть вынесен на заседание, вопрос должен быть вынесен на сессию, и на сессии депутаты уже примут решение. Начальник контрольно-правового управления парламента Гулдам Зайгогичева пояснила о нарушениях, которые были допущены в ходе вынесения этого вопроса. Если у нас Конституция и конституционный закон о правительстве предусматривают, что парламент вправе, то регламент парламента четко написано. 177 статья, если ее целиком читать, процедурно есть. Правительство представляет отчет. После заслушивания отчета, после обсуждения этого отчета, только тогда в последнюю очередь предоставляется слово председателю правительства, и после того, как он уже выступит, пожалуйста, выносите решение.
Отмечу, наш регламент принят 15 лет назад, в 2004 году. В 2014 принят закон о правительстве конституционный. То, что касается председателя правительства и в целом правительства, относится к отдельному члену правительства тоже, потому что уже в конституционном законе о правительстве четко написано выражение недоверия правительству либо отдельному члену правительства. Поэтому процедура должна быть соблюдена. Когда говорят, что внеочередное заседание, это значит, вопрос выносится сразу на сессию, это неправильно. Все вопросы проходят через президиум, потому что президиум формирует повестку дня заседания парламента. В ходе заседания большинство депутатов проголосовало против вынесения последних двух вопросов о вотуме недоверия на заседании сессии. В ходе президиума Алан Татаев также рассказал о работе, проводимой по вопросу делимитации и демаркации государственной границы Южной Осетии. Спикер отметил, что сделал поручение председателю комитета по обороне и безопасности Асамазу Бибилову проработать состав комиссии от парламента. Прошу депутатов внести свои кандидатуры в состав этой комиссии, чтобы уже Асамаз Бибилов вынес их на обсуждение заседания комитета, подчеркнул председатель парламента. Зараса Кузаева, Самас Гаглоев, информационный выпуск сегодня.